Взрыв прогремел приблизительно в начале 11 утра. Буквально через несколько минут сюда, в поселок Юриш, в речной порт, прибыли и сотрудники пожарной службы, и спасатели, и скорая помощь. Оказалось, что один человек погиб на месте. Еще двое пострадали, они сейчас находятся в реанимации, поиски еще одного ведутся. Недавно сюда приехали водолазы, и они сейчас будут искать в Волге тело четвертого пострадавшего или уже погибшего человека. Часов в 10 утра примерно как раз работали, вот он рванул. Мы испугались вообще, караул, просто присели. Ну а потом началось гореть. Стало известно, что в момент, когда прогремел взрыв, на плавучем кране шли ремонтные работы. В моторном отсеке производили сварку. Так что вполне вероятно, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности. На сегодня, на этот момент, это пока вся информация.